Тульский регион занимает одно из первых мест Центральной России по количеству достопримечательностей. Теперь их принято называть брендами. Таковых наберется больше десятка. Сделать их еще более узнаваемыми, а значит привлекательными для туристов, одна из главных задач. В их продвижении решили задействовать ресурсы столицы. Так, прошедшим летом на центральных улицах Москвы разместили баннеры, рекламирующие тульские бренды и достопримечательности. Еще один способ громко заявить о себе – проведение в регионе туристских форумов. Их основная цель – привлечь инвесторов красотами края. У нас есть такое понимание, что если нам удастся привлечь более активно потоки российского туриста, то будет создаваться инфраструктура гостиничная, логистическая, общий ПИБ, и потом плавно можно уже будет наш регион позиционировать и на международной арене. Форумы дают возможность соединить интересы между специалистами туристской, гостиничной и смежных отраслей. Например, уже соглашение о сотрудничестве подписали Тула и Великий Новгород. Предполагается создать единую общедоступную информационную среду. А значит, больше людей узнают о Тульской области как о новом туристическом маршруте. Все чаще даже на международном уровне говорят о привлекательности сельских районов и малых городов России. А самыми популярными направлениями туризма называют культурно-познавательный, событийный, приключенческий, сельский, религиозный и даже рыболовный. Чтобы вы подготовили соответствующие земельные участки, которые будут прилегать к водоемам, и эти земельные участки должны выделяться предпринимателям, которые готовы оказывать подобного рода услуги, только на конкурсной основе, для того, чтобы все процедуры были прозрачны, чтобы у жителей вопросов не возникало. А действительно, развитие туристической инфраструктуры, в том числе гостиницы, места отдыха, нам крайне необходимо. В правительстве Тульской области считают, что нужно использовать возможности по привлечению любителей этого вида отдыха из соседних регионов. Развитие туристической инфраструктуры в этом направлении, в том числе открытие гостиниц, организации мест отдыха на территории региона, весьма необходимо, так как это дополнительные налоги и поступления в бюджет. Алексей Алексеев, Дмитрий Бочаров, ТВ-центр Тула.